Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два, три. У меня есть шарик 3-го уровня. И вот снизу лежит точно такой же. Давайте мы сейчас вместе с вами попробуем их объединить и видим то, что теперь мы получили шарик 4-го левела. Вот это да. Давайте тогда сейчас мы вместе с вами будем делать очень-очень даже большие шарики в игрушке под названием Merch Balls. Ну и видим то, что теперь у нас уже имеется даже шарик 6-го левела. Но это, ребятоньки, как вы понимаете, только начало. Потому что сейчас у меня пошли шарики даже 1-го уровня. И это на самом деле не очень хорошо, потому что они, ну, конечно же, очень и очень даже мало полезности нам дают. Ну ладно, зато мы сейчас, друзья, объединили только что двушки и получили сразу же 4. Очень даже вовремя, потому что у меня еще имеется один шарик 4 уровня и 5-ки, пожалуйста, есть! Вы это видели, друзья? Очень даже вовремя. Сейчас тогда мы вместе с вами еще скинем вот так красненький вот этот шарик и получаем уже, ребятоньки, максималочку, а именно шар 7 левела. Вот это да! Надеюсь, мы в скором времени, ребятоньки, получим здесь эволюцию, наверное, шарика 100 левела. Было бы очень даже интересно на все это дело посмотреть. Ну а пока что будем стремиться объединять наши шарики. Видим то, что у нас уже имеется 2 6-ки, но вот незадача. Между ними лежит шарик 1-го уровня, и то я его закрыл 4-кой. Мне кажется, или нам нужно от него как-то точно избавляться. И блин, и самое обидное, у нас теперь имеется 2 7-ки, но между ними аж целых 2 шарика. Ну ладно, будем тогда сейчас накидывать, друзья, хотя бы вот эти обычные шарики. Может, когда-нибудь мы все-таки сделаем хорошие эволюции и сможем сделать просто еще одну мощную 7-ку. Ну а пока что я объединяю, естественно, 5-ки, и в итоге, офигеть, друзья, так и получилось. У нас разблокировался шарик 8-го уровня. Выглядит на самом деле очень-очень даже прикольно. У него даже мордашка, ребятки, смотрите, какая смешная. Ну ладно, окей, мы продолжаем, конечно же, идти дальше. А именно я, ребятки, сейчас буду скидывать, наверное, вот эти шарики сюда, потому что у нас просто куча троечек под подряд только что шло, и это, я думаю, очень и очень даже хорошо. Плюс я уверен на 100%, если мы 4-ку поставим сюда, то сразу же получим 6-ку. Вот это уже совсем другое дело. И, кстати, у меня имеется офигенная возможность наконец-таки разобраться с нашими единичками. Главное, чтобы у нас были 4-ки. Ну и я вижу то, что 4-ка у нас как раз-таки на пути. Ну и сейчас, ребятоньки, буду надеяться на то, что... капец. Я думаю, единичка успеет упасть к той единичке, но, к сожалению, ребятоньки, не тут-то было. Ну ладно, мы продолжаем потихонечку нашей эволюции. Я пока что вижу то, что у нас запор небольшой есть, потому что эволюции дальше не продолжают эволюционировать, а стоят на месте. Но это связано с тем, что нам выпадают не очень хорошие шарики. Но, ребятоньки, как вы понимаете, это всего лишь дело времени, поэтому мы объединяем, естественно, вот эти 3-ки. Давайте тогда еще объединим 2-ку, 3-ку и, блин, капец, 1-ку. Честно говоря, сейчас нам точно не везет в наших шариках, но я думаю, опять-таки, ребятоньки, это дело времени, потому что, смотрите, одним заходом мы все это дело исправили. Сейчас тогда я еще 5-ку, наверное, подкину, ребятоньки, вот сюда, потому что тут у нас рядом 4-ка, и я думаю, это офигенная возможность взять и сделать вот такое мега крутое комбо. Честно говоря, даже не думал, что у меня это получится, но вышло реально очень и очень даже круто. У нас даже добавился какой-то бонус в виде взрывчатки. Видимо, если у меня будет очень даже много лишних шариков, допустим, вот таких 2-шечек или 1-ечек, скорее всего, я просто смогу все это дело взорвать. Ну а мы видим то, что у меня, ребятоньки, уже рекорд 5470. Не знаю, много это или нет. Если вы играли, ребятоньки, в эту игрушку, обязательно напишите ваш рекорд в комментариях. Ну а я, естественно, иду дальше и... Стоп, погодите-ка. А почему у нас 6-ки не объединяются? Это как-то, ребятоньки, очень странно, потому что расстояние, ну, очень и очень даже маленькое. Ну ладно, буду надеяться на то, что когда-нибудь они вытеснятся, и мы, естественно, наконец-таки их объединим. Вот смотрите, мы сейчас 3-ку опрокинем, и может она достанет? Эх, капец, не. Нифига, ребятоньки, она не достает. Видимо, слишком все-таки маленькие у нас веса на этих незначительных левелах. Хотя, вот только что у нас 5-ка упала, и, видимо, у нее действительно хороший вес, потому что эта штучка сразу же, ребятоньки, отскочила. И воу, у нас, наконец-таки, новый рекорд. Это циферка 9. Она даже выглядит, смотрите, друзья, таким желтеньким цветом. На самом деле, очень и очень даже прикольно. Ну и что же, ребята, мне не терпится нажать вот на эту штучку и посмотреть, что это все-таки такое, что это за такой бонус. Ага, вижу то, что да, у нас действительно имеется вот такая взрывчаточка. Я ее скидываю сюда, и она у нас взрывается.
играют буквально всего лишь два шарика. Ну, это, ребятоньки, честно говоря, слабовато. Я думал, там будет намного больше нашего взрыва. Ну ладно, будем тогда, естественно, дальше продолжать лутать наши шарики. Я вижу то, что у нас уровень шариков поднимается. И это, мне кажется, не очень хорошо, потому что, скорее всего, мы просто дойдем до потолка, и на этом игрушечка наша закончится. Поэтому сейчас будем тогда, конечно же, стараться объединять вот эти двоечки дурацкие, которые нам особо-то и не нужны. Ну и давайте, наверное, одну сюда и одну сюда. Смотрите, вообще просто очень даже круто, великолепно у нас все это дело получилось. Жалко то, что теперь идут четверочки, мы же все-таки их никак объединить не можем. Хотя, в принципе, можем, друзья, почему бы и нет, да? Накидываю четверочку еще сверху сюда, ну и видим то, что наша гора потихонечку начинает сбавлять обороты. Вот это совсем, друзья, другое дело. Только жалко, опять-таки, мне попались очень-очень даже плохие шарики, и это, честно говоря, не очень хорошо. Как раз-таки я сейчас вижу офигенную траекторию, чтобы нам сделать мега-крутое комбо. Смотрите, я сейчас объединю пятерочки, и будет у нас мега-крутая магия. У нас сразу же две восьмерочки получились. Вот это реально очень даже круто. Особенно то, что восьмерочка у нас находится практически на поверхности. То есть мы очень и очень даже будем близки, чтобы ее объединить с нужным количеством наших вот этих шариков. Ну, а я, естественно, давайте сейчас вот так сделаю, чтобы пятерочки дошли, и, блин, капец. Нужно, друзья, что-то посильнее. А если я четверочку скину вот сюда? О, смотрите, вот это как раз-таки сработало. То, чего я хотел. Ну и теперь поздравляю нас, друзья. У нас имеется аж целых 3 восьмерки, 2 семерки и 1 девяточка. Если постараться, я думаю, у нас будет хорошая возможность наконец-таки все это дело объединить и поставить опять-таки новый рекорд и увидеть новенький шарик. Вот и наше первое поражение. Всего лишь 15 200 очков я смог набрать за первый заход. На самом деле очень-очень даже неплохо, но мне кажется, или тут у нас точно должна быть какая-нибудь очень даже интересная тактика, с помощью которой я буду не проигрывать. Давайте будем ее, естественно, вместе с вами сейчас разрабатывать. Я вижу то, что тут у нас имеется единичка, и мне кажется, ее надо оставлять по-любому открытой, чтобы я ее, естественно, мог в дальнейшем потом обязательно объединить. Ну и видим то, что смотрите, как ловко мы вместе с вами уже получили семерочку. Вот это да. Я, честно говоря, не ожидал, что мы так быстро с этим справимся. Давайте тогда сейчас мы еще, естественно, кинем двоечку. И смотрите, как круто у нас по возрастанию идут цифры. 1, 3, 4, 6, 7. Довольно-таки неплохо. Сейчас мы тогда еще единичку кинем сюда. Ну и, наверное, следующую единичку я кину сюда, чтобы она нам не мешалась. Ну и видим то, что, смотрите, очень и очень даже хорошо у нас получается объединять наши шарики. Сейчас тогда накинем еще троечки сюда, чтобы четверочки потом объединились пятерочки и как раз таки сделали наше комбо. Очень даже быстро, опять таки, мы уже вместе с вами получили восьмерку. Но я думаю то, что вот так мы как раз таки будем двигаться в следующих сериях, если вы, конечно, захотите продолжение. Ну а чтобы оно вышло, обязательно напишите в комментариях, хотите вы либо же нет, ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!